В этом году в Петербурге количество малых и средних предприятий увеличилось на 4%. Наиболее яркие рассказали о себе на 14-м форуме предпринимательства в Ленэкспо. Районные стенды лично осмотрел губернатор Петербурга Георгий Полтавченко. Он отметил, что экономика города уверенно развивается во многом благодаря малому и среднему бизнесу, помощь которому город наращивает год от года. Хорошие показатели – это результат совместной работы правительства и предпринимательского сообщества. В этом году мы с вами впервые достигли нового такого исторического рубежа. Мы перешагнули через 400 тысяч малых и средних предприятий, которые работают в городе. Среди представленных на форуме компаний большая часть производственники. В Кировском районе, например, делают приборы для контроля качества защитных покрытий, а также переносные и стационарные приборы для вибродиагностики. Они помогают выявлять небольшие дефекты оборудования, не разбирая его. Это сокращает издержки по ремонту. Используется во всех отраслях промышленности в России, поставляют в дальнее зарубежье, основные партнеры РЖД, нефть. У нас практически 95% комплектующих тоже производится в России. Сейчас мы, слава поддержке и города, и правительства России, можем уже с уверенностью смотреть на следующий год. Форум – одна из площадок, где вместе с руководителями города предприниматели обсуждают насущные проблемы и ищут пути их решения. Особое внимание в этом году уделили теме поддержки бизнеса. Правительство города планирует создать венчурный фонд для того, чтобы помогать тем сферам, которые пока не могут претендовать на субсидии. В следующем году также в планах создать технопарк для размещения малых и средних предприятий.